Вот, поэтому мы, значит, по этому делу и пройдемся, хотя там было все как много-много разных интересных вещей, это моих любимых, но мы их оставим на потом. Ну, как бы, если будет время, мы об этом еще там поговорим, там все вообще уже, все хуже и хуже дело. Вот. Значит, там, как бы, там и так далее, и все в таком духе, все и так далее. Ну, значит, пока там, конечно, несмотря на... Ну, там, правда, да, с ним как-то... Совсем не задалось. Да, в общем, ну, потому что, да, то есть, как бы, понятно, что аргументация такая жуткая тавтология вообще, да, ну, как бы, с точки зрения русского языка. Прижилось, да, тем не менее. Значит, как бы, как сказать, это такой... Да, это паллиатив, это эрзац, конечно, да, но, и опять же, понятно же, что ведь это, как бы, вот, помимо вот всего этого, что у нас есть. Ладно, по объему позже поговорим. Я просто к тому, что пока, в общем, по этим показателям там не очень получается. Ощущение того, что, значит, как это, понимаешь, вот эти вот постоянные, такой, в общем, ну, сомнительный, в общем, здесь аргумент, да. Вот, хотя на самом деле, вот. Вот, ну, то есть, как-то все время, я не знаю, вот, да.